Смертельно опасный суррогат разливали в Шымкенте. Производство поддельного алкоголя в цехе было поставлено на поток. Хозяин разливал высокоградусные напитки трех видов. Об этом сообщили в агентстве по финмониторингу. Все бутылки на первый взгляд ничем не отличались от настоящих. Фирменная упаковка, этикетка, акцизные марки. К продаже дельцы успели подготовить 3000 бутылок контрафакта. Дело направили в суд. Владельца цеха оштрафовали на 1,5 миллиона тенге. Обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция, родная степь, русская на бруньках, Тау-эксклюзив, в общем количестве почти 3000 бутылок. Также обнаружены и изъяты 1000 литров спирта, аппарат для изготовления алкогольной продукции, поддельные учетно-контрольные марки и более 20 тысяч пустых бутылок. Изъятые контрафактные алкогольные изделия подлежат уничтожению. В прошлом году в Шымкенте сотрудники агентства по финмониторингу вычислили 12 злоумышленников, которые изготавливали суррогатный алкоголь. Чаще всего они подделывали водку, коньяк и бренди.